наконец-то приехали в Абу-Даби. Ехали мы порядка там полтора часа из Дубая на автобусе, вот он сзади. Потратили порядка 30 дирхам, дабы сюда добраться. Ну, впереди нас ждет встреча с друзьями, будем смотреть местные достопримечательности, так что поехали. Что, мы приехали в первое назначение, Белая мечеть. Ехали мы сюда на такси от автобусной станции, стоило нам это порядка 27 дирхам. В общем, мы уже на территории мечети. Шаласы были. Да. В общем, мы с Валиком в шортах, потому нам надо пойти взять одежду соответствующую, потому что в шортах сюда не пускают. Привет из мечети Шейха Заида. Я правильно сказал? Да. Мы уже внутри. Мне не дали одежду. Мне сказали, что моя одежда подходит. Мне пришлось только опустить мои шорты ниже, потому что... Ну и так сказали, нормально. А вот Валентину Ковалеву пришлось сменить прикидон. Да, здравствуйте. Теперь он местный. Здравствуйте. Ты должен был сказать, как? Салям алейкум. Кстати, довольно тут немало таких людей. Туристов. Наверное, постоянно так. Вот. Посмотрим, как оно внутри выглядит. Который ты можешь научить природе. Тут нет изображения людей. Ну да. В принципе, все. Хотя, опять же, это изображение на самом деле. Уже внутри мечети, просто нереальные здесь масштабы. Вот, сзади меня. Заходить сюда можно босиком, мы сняли обувь, потому что здесь везде ковер. Вот, очень здесь круто, очень, я бы сказал, даже такая классная атмосфера здесь. Мы обошли уже всю мечеть, где-то заняло это минут 20, может быть. Очень просто невероятное впечатление от этой, от этого сооружения. Очень здесь круто, очень это, здесь крутая такая атмосфера. То есть, ну, сложно передать это с помощью видео, но здесь, блин, здесь стоит побывать. Очень большой масштаб, сейчас довольно-таки много людей. Хотя уже в Эмиратах приходит жара, уже не так много туристов, но все равно в мечети всегда есть очень много посетителей. Вот. Взяли мы аудиогид, тут можно, то есть, прослушать много информации об этой мечети, как ее создавали, какие материалы использовались. Ну, сейчас мы движемся дальше, дальше едем посмотреть Абу-Даби. Из мечети мы приехали, дальше поехали мы в молл, который находится за городом, это 30 километров от мечети. Кстати, этот молл, возле которого находится этот большой Ferrari World. Туда мы тоже сходим, посмотрим, что там. Вот тут прикольные фонтаны. Хотел бы отметить, мы сейчас в Яс-молле, это вот молл, который за городом, возле Ferrari World. Вот, как по мне, это один из лучших моллов здесь. Даже по сравнению с Дубай Моллом, мне этот больше нравится. Это такой более светлый, тут и меньше людей, больше всяких тут растений, там деревьев есть в молле. Как бы такой покруче. Вот, вы видите. Вот, потому что в Дубай Молле, Дубай Молл тоже, он очень большой, но в Дубай Молле постоянно очень много людей, в основном туристы все туда съезжаются. Абу-Даби это как бы такой уж туристический центр, не такой большой. Вот, население меньше, вот, так вот свободно, тихо, тишь да блажь, как говорится. Вот, прикольно здесь. Подходит к концу наш день в Абу-Даби. Сегодня мы побывали в трех молах, в Белой мечети, а также, где мы еще побывали, вот мы приехали на набережную Корниш, или Корнища, я не знаю, как она правильно называется. Корниш! Вот, что... Отмечу, что здесь более спокойно, чем в Дубае, даже набережная, если сравнивать с дубайской мариной. Вот мы зашли в переход, вот какие в Эмиратах переходы. Кстати, они все вот так вот разрисованы, и даже вот туннели на автострадах, на дорогах, они тоже в всяких таких картинках. Очень красиво, прикольно, чисто все. Сейчас мы идем к самой набережной, там сделаем еще пару фоток. Вокал от Валентина Ковалева. Он не только комментирует за кадром, он еще и поет. Вот как здесь круто. Но опять же, вот видите, людей нету. А в сравнении с дубайской мариной, то там что за день бы не был, постоянно много людей, много туристов. Очень сейчас здесь красиво. Вот многие сюда на пробежки выходят, бегают. Здесь вот довольно-таки неплохая спортивная инфраструктура.
Вот, набережные оснащены. Жалко, мы не успели на закат. Но особенно этот город красоту приобретает вечером, когда все здания начинают подсвечиваться. Он действительно больше впечатляет, чем дневной Абу-Даби или там дневной Дубай. Вот, покажу сзади небоскребы. Да, в Абу-Даби все намного спокойнее. Вот такой трафик. Ковалев, тебе нравится в Абу-Даби? Набережная мне определенно нравится, а велосипедная дорожка вот справа, роллеры катаются, девушки красивые бегают, вид хороший, а, да, но ритм немного поспокойней, а в чем-то в Дубае, это на мой личный вкус. Да, мне тоже больше нравится в Дубае, я уже за, считай, полгода жизни там уже привык к этому мегаполису активному. Сейчас вот уже настал вечер, людей нет, все пусто. Если опять же в сравнении с Мариной в Дубае, люди как раз выходят в это время на набережную, гуляют, то здесь вообще пусто. Очень все тихо. Ну, многим ребятам, которые здесь живут, даже больше нравится Абу-Даби, потому что это спокойно, да. Но для меня больше мегаполис привычен. Вот так. Реально чище, чем, блин, у нас. Все, закончились практически наши приключения в Абу-Даби. Возвращаемся домой, в Дубай. Побывали мы в трех молах, побывали мы в Большой Белой Мечети. А вот также побывали на набережной Корниш. Очень круто, понравилась поездка. Вот. Ну и по поводу, коротко резюмируя, что я увидел в Абу-Даби. Это очень спокойный город, размеренный. Между прочим, это столица ОАЭ. Это вы знаете. Да, вот мы сейчас решили перекусить перед отъездом. Мы на бас-стейшн сейчас. Вот, здесь все спокойно, все размеренно. Нету, как бы сказать, такого большого количества небоскребов в этом городе. Что по поводу жизни, вот, как мне говорят друзья, жилье здесь дороже, к примеру, чем в Дубае. Но здесь питание выходит дешевле. Вот. Если сравнивать два города, лично для меня больше, как бы, мне больше нравится Дубай, потому что мне все-таки больше нравится вот жизнь мегаполиса, вот эта вот активная жизнь. Здесь все-таки более размеренно. Но это каждому свое. Вот. Ребята, которые здесь живут, им очень здесь нравится. Многие даже не хотят там переезжать в Дубай. Многим, как бы, именно вот здесь более комфортно. Ну, кстати, у меня за спиной стадион здесь, футбольный, вот. Вот сзади у меня автобус, на котором мы поедем. Ну, а сейчас у нас небольшой такой ланч-тайм. Даже это не ланч, это, я не знаю, как это назвать. В общем, увидимся. Try to mend.